Привет, сегодня я покажу вам квартиру в новом районе Варшавы. Она необычная, двухуровневая, трехкомнатная, с большой территорией около дома, как здесь называют огрудком. Метраж относительно небольшой, около 60 метров, стоимость 2000 злотых. Мы заходим в квартиру и сразу попадаем в гостиную комнату. Гостиная совмещена с кухней, по-польски это называется «Annexkuchenne», и с обеденной зоной. Из гостиной можно выйти на первый балкон, который находится на солнечной стороне. А сейчас мы поднимемся на второй этаж и посмотрим две другие комнаты. Это спальня со встроенным шкафом, что очень удобно. И выходом на второй балкон, на другую сторону, с которого открывается очень красивый вид на парк. В парке есть тренажеры, баскетбольная площадка, столы для настольного тенниса. В общем, очень благоустроенная территория. А это вид на участок, который мы посмотрим чуть позже. Вторая комната, которая может использоваться как кабинет или детская, если живет семья. Также встроенный шкаф. Ванная комната. Также на втором этаже, но есть и дополнительный туалет на первом этаже. Ну и главная достопримечательность квартиры – это большой участок. Поскольку он под крышей, то здесь можно находиться, что в дождь, в солнечную погоду. Есть также и открытая часть, где можно выращивать цветы, такой палисадник, или просто загорать.